20 лет назад весь мир погряз в дерьме. Вокруг городов воздвигли стены, а бандитов выгнали, чтобы те дрались между собой. Но скромные сукины дети, вроде меня, доставляют грузы от одного города к другому. А без пушек и оружия тут не обойтись. Отдавай посылку, ничтожество! Так, если я здесь, значит, выход у них... О, лимитированные кроссы! Твою ж мать! Добро пожаловать в Нью-Сан-Франциско. Хочу тебя нанять. Заберешь посылку и доставишь ее. Я могу исполнить любое твое желание. Ну, Джон, о чем ты мечтаешь? О туалетной бумаге. В два слоя. Я могу и нечто большее. Три слоя. Ладно, Эвелин, доставим эту посылочку. Нехорошо наставлять на кого-то ствол, не представившись. Еще хуже. Если ты опустишь ствол, я высажу тебя максимально близко к месту назначения. Ты хоть знаешь, что на Востоке творится? Опасны даже те, кто пытается вернуть закон и порядок. Это наша земля и наши дороги. Тебе придется проехать через Вегас. Мы оба знаем, кто правит Вегасом, Джон. Всем привет. Никогда не видел, чтобы голову отрубали и ловили так быстро. Сейчас повеселимся. Ку-ку. Со мной такое в первый раз. Честно? Блин. Ну что такое? Скрежет металла. Это же департамент регистрации транспорта. Куда ведет красная черта? Пожалуйста, нет. Круто. Крики. Смотрите на Lost Film TV. Check it out.